Представь, что она ушла. Нет, она не упрямая, не высокомерная, не целая вселенная. Просто ты этого захотел. Ты захотел, чтобы она ушла, и она сделала это. Без лишних упреков, негатива. Она освободила тебя от своих сообщений, улыбок и глупых шуток. Ты счастлив, да? Больше нет этой тяжелой ноши. Пройдет неделя, ты будешь в очередной раз заходить в ВК, но там будет пусто. Нет, там будут сообщения твоих друзей и подруг, которые так резво строят тебе глазки. Но не будет этого надоедливого сообщения от нее. Больше никто не поинтересуется, как прошел твой день. Больше не будет нелепых разговоров, которые она пыталась построить каждый вечер. Больше никто не будет переживать, дошел ли ты до дома глубоким вечером. Ты думал, что она потеряет тебя. Хотя на самом деле потерял ее ты.